и к другим темам выпуска. Виктор Зимин сегодня начал заседание правительства республики словами соболезнования Ханты-Мансийскому округу. Напомню, накануне там произошло ДТП, в котором погибли дети. В свою очередь, чтобы в Хакасии не случилось подобной трагедии, глава региона запретил осуществлять массовую перевозку детей на большие расстояния без спецсопровождения. И лично поручил проработать вопрос безопасной транспортировки своим заместителям. Также Виктор Зимин заострил внимание на грядущих новогодних каникулах. Оперативные службы и республиканские ведомства должны предпринять все меры, чтобы сделать новогодние торжества для жителей Хакасии максимально праздничными и безопасными.